Детский клинический центр имени Леонида Рошаля работает чуть больше месяца, но уже активно демонстрирует всем возможности суперсовременной медклиники и профессиональную базу. Специально для родителей и детей с особенными потребностями экскурсию по больнице и знакомство с коллективом провела главный врач Татьяна Шаповаленко. Группа осмотрела блок с двумя уникальными операционными. В одной из них врачи будут использовать роботизированного помощника для сложных малоинвазивных хирургических вмешательств, что позволит существенно снизить риск ошибок и осложнений. Вторая – для внутрисосудистой и рентген-эндоваскулярной хирургии, также оснащена уникальным оборудованием для проведения операций на сердце. Сейчас все открытые артериальные протоки закрываются с помощью вот этих вот устройств. Это самый современный ангиограф, двухтрубочный, как он называется. Видите, у него две трубки, которые позволяют одновременно смотреть сразу с двух проекций. Центр телемедицины, где располагаются и мониторы отслеживания состояния пациентов реанимационного отделения, и оборудование для проведения онлайн-консультаций как между докторами из любой точки страны и мира, так и между врачами и пациентами, еще одна интересная потенциальным пациентам локация. Медицина будущего в настоящем. Именно так можно назвать увиденное в центре. Ну а пока родители открывали новые возможности здравоохранения, в тематической зоне отдыха Простоквашино юные пациенты участвовали в веселой анимационно-интерактивной программе, направленной на создание и поддержание психологически комфортной для детей обстановки. Маленьким пациентам должно быть весело, не страшно и интересно везде и всегда, и стены больницы не исключение. Открытий и приятных удивлений от знакомства с работой центра у гостей было действительно много. Больше всего поразило, конечно, воздух. Объем воздуха, объем зданий, объем площадей. И вот палаты, их оснащение, и игровые, и коридоры, и вот это все масштабность, это, конечно, очень впечатлило. Мне кажется, что с таким руководством и с такими врачами, дети в надежных руках, и их родители тоже. И плюс игровые, насколько все продумано, оснащено, пребывание детей и родителей, все это по пунктам, когда, конечно, запустится, это очень дорогого стоит. Больше всего впечатлили палаты, виды из окна и, конечно, масштабы. Масштабы – это прям масштабы, свободно, да. Да, дышится и очень приятно находиться. Сегодня мы, конечно, просто вот в хорошем смысле в шоке от этой мощи и такая гордость, знаете, до мурашек, что это на территории Московской области. Спасибо огромное нашему губернатору Андрею Юрьевичу, который не проходит равнодушно мимо ни одной просьбы. Я представляю, сколько сил стоило пробить вот это финансирование, чтобы вот такой современный, по последнему слову, техники, огромный комплекс, огромный кластер появился именно у нас в Подмосковье. В Ассоциацию родителей детей-инвалидов Подмосковья на данный момент входит более 11 тысяч семей. А число юных пациентов с особыми потребностями по всей области достигает 21 тысячи. Все они могут легко записаться на комплексную консультацию в центр через поликлиники своих муниципалитетов. Комплексный подход в диагностике и лечении – отличительная черта новой больницы. А потому в этот день также была организована врачебная консультация для юных гостей. Сейчас у нас уже принимает 14 узких специалистов. Количество детишек увеличивается с каждым днем, но при этом мы стараемся находить индивидуальный подход к каждому. Сегодня будут осмотрены по самым востребованным специальностям, которые попросили провести мамы. Это неврология, ортопедия, потому что, как правило, это сочетанная патология при неврологических проблемах у детей с ДЦП, спастические проявления. Также будут осмотрены дети хирургом, гастроэнтерологом, аллергологом, иммунологом и даже онкологом. Для всех юных пациентов, помимо осмотра и консультаций, при необходимости были доступны дополнительные ультразвуковые исследования и дальнейшее лечебное сопровождение. Детский клинический центр имени Рошаля набирает обороты, с каждым днем принимая все больше нуждающихся в сложно-профессиональной врачебной помощи маленьких пациентов, для спасения которых здесь есть самые высокие технологии и команда опытных и талантливых специалистов.